полиция Турина разогнала демонстрацию антифашистов, которые протестовали против проведения митинга ультраправого политического движения, который должен был состояться в одном из отелей этого города на севере Италии. Манифестанты закидывали полицию камнями, бутылками, петардами, взрывпакетами, начиненными металлическими осколками и кусками дерева. Полиция использовала для разгона манифестантов водометы, слезоточивый газ и применяла дубинки. В акции протеста приняли участие не менее 500 человек из радикальных молодежных движений. Двое из них были задержаны в столкновениях, пострадали четверо полицейских. Оба события произошли накануне всеобщих парламентских выборов в стране, которые на основе результатов голосования предстоит сформировать новое правительство.